Вот, кажется, начинаются первые задержания. Мы видим, как задерживают общественного активиста и правозащитника Сергея Шарова Делоне, который стоял с плакатом один. И выглядело это как одиночный пикет, не нуждающийся в согласовании. Уважаемые граждане, данный акт согласован с органами исполнительной власти. Просьба разойтись. Уважаемые граждане, данная акция согласована с органами исполнительной власти. Просьба разойтись. Вот задерживают еще одного человека. Уважаемые граждане, данная акция согласована с органами исполнительной власти. Просьба разойтись. Да, вот задерживают общественного активиста Александра Рыклина, который точно так же просто отошел в сторону, развернул плакат и встал в одиночном пикете. Люди вокруг кричат «позор». Задержание продолжается. За что? Нет, к сожалению, сотрудники полиции не отвечают. Продолжается задержание тем временем, буквально в прямом эфире «Радио Свобода». Теперь уже людей задерживают без плакатов по какой-то абсолютно непонятной схеме, выбирая их из толпы. Уважаемые граждане, данная акция не согласована. Просьба разойтись. Вот сейчас на наших глазах полиция задержала женщину, которая просто стояла с двумя другими людьми и разговаривала без всяких пояснений.